Присаживайтесь. Действия России в Керченском проливе и призвал... То российская сторона неоднократно заявляла, что это, мягко говоря, домыслы. Никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, нам так и не было предоставлено. Если они были предоставлены членам НАТО, американской стороной, то почему Соединенные Штаты Америки просто скрывают их от России? Это не я его упомянула. Российской стороной это исключительно. Гибридные схемы, 60 дней, приостановка, там заморозка, разморозка, частичная заморозка. Это все из политического лексикона. Есть правовики, эксперты, которые должны изучить текст договора на как раз непосредственно касающихся вопросов приостановления или выхода, или, допустим, разрыва данного документа. И только исходя из того, что записано в самом соглашении, в самом договоре, под которым подписались стороны, можно делать вывод о том, можно ли его приостановить, либо речь может идти только о непосредственном выходе. Поэтому сейчас, как я уже сказала, текст того, что нам прислала американская сторона, находится на изучении, на предмет соответствия тексту договора. В отказе от ратификации эстонско-российского пограничного договора. Дело в том, что там не только простые солдаты. Там, например, представители СБУ. Ну так, на секундочку. Это во-первых. Во-вторых, идет следствие. Эти люди, мы прекрасно понимаем, по крайней мере, с той публичной риторики, которую мы отслеживали, что они выполняли приказ, который реализовывался в рамках заранее спланированной провокации. Прекрасно тоже понимаем. Но необходимо установить все детали. По поводу заявления США, они пригрозили России болью. Спасибо, до следующей встречи.